Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. И сегодня, ребята, мы поиграем с вами в игру, которая называется Танки X. Играю я в нее в первый раз, так что не обессудьте, если что не так. Ну что, давайте выберем, наверное, карту себе. Я так понимаю, это какой-то у нас строительный завод. Играть за... давайте, наверное, за Антей. Не знаю, кто такой Антей, Фронтир. В общем, какие-то корпорации, наверное. Управление танком. Ну, в общем, здесь все стандартное. Поехали. Еще раз повторю, первый мой запуск, так что не обессудьте. Где враги-то? Или я здесь один? Может, это тренировочная здесь? Так, что-то появилось. А это кто? Это враг, по-моему, да? Пролетел мимо. Ну и ладно, черт с ним. Так, а что здесь? Один на один с кем-то? Или где вообще все? Никого не вижу. Эмблема почему-то не берется. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Да куда ж ты падаешь-то? Давай-давай, встал. Ё-моё. Ага, я самоуничтожился, ясно. Давай, иди сюда, иди, красавчик. Что ты тут своей замораживающей пушкой мне хочешь сделать? Вот так вот, выкурил. Поехали далее, ребята. Ага, вон мои где стоят. Все понятно. Значит, я здесь все-таки не один. А что они здесь охраняют-то? Ребят, вы что здесь стоите-то? Один упал. Да, о, тихо. Какой-то ремонтный значок. Что-то он не функционирует, по ходу дела. Так, тихо. Я даже ничего не успел сделать. Меня что, с выстрела бомбанули? Ну ладно, бывает такое. Самое главное, что я здесь не один все-таки. Ну, надо валить врагов. Вот они. Как таковой цели, ребята, здесь нету. Здесь путем самонаведения. Главное, как говорится, чтобы было дуло направлено в сторону врага. Блин, смотрите, какие у них классные тачки. Я на какой-то параше езжу, извините меня. Так, давай-ка этого. Ай-яй-яй-яй, сейчас грохнет. Да, чувствую себя каким-то нубом, ну да ладно. Это все-таки первый запуск. Сейчас разыграемся. Иди сюда, подлец. Ёлки-палки, видите, да? Цели нету, вот отмечается, я должен попасть. Но пока дуло мое не развернется. О, отлично. Так, мы, значит, синенькие, эти красненькие, получается, да? Ясно. Пока мы ведем, но это пока. Да, ё-моё, да. Ну, тут ничего не сделаешь. Против двух врагов. О, отлично у меня. Так, 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 давай, 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 родной, подъезжай. Сейчас я накумарю свинцом-то по полной программе. Да что такое-то? Ё-моё, да кто меня мог взорвать-то здесь, а? Ладно. Поехали далее. Так, уже смотрю, пукан горит, у чувака все взорвался. Что за пулеметчик там сидит, а? Так, давай-ка на него. Он уже аж покраснел, бедняга. Да. Ребят, я так, по-моему, далеко не уеду. И вообще тут, я так понимаю, маленький какой-то островочек у нас, на котором мы можем ездить. По крайней мере, я дальше этого пятачка что-то никуда не могу уехать. Просто не дают элементарно. Да, эмблемки вот эти тоже непонятно. Что-то стоят просто так и не действуют. Ага, вижу тебя, вижу. Давай, 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 родной. Да как так-то, ну? Что они какие-то? Я ватный, что ли? Я не могу понять. Или у меня танк такой хиленький? Или играть не умею? Так, Карифана, смотрю, тоже забомбили. Да елки-палки. Еще, кстати, да, ребят, хотел сказать, очень медленно они тут разворачиваются. Не такие маневровые, как хотелось бы. Так, 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 так. И что? И что тут? Взял я или не взял все-таки эту посылочку, которую... Ё-моё, теперь еще и поменял этот управление. Не управление, а развернулся. Теперь зада доперед. Так. Прямое просто по мне попадание, и все, делов-то. Размозжили. Во, вот отсюда буду их бомбить сейчас. Так. Внизу, как видите, перезарядка моего орудия, так что все пучком. Ёлки-палки, ребята, мы проигрываем. Проигрываем на два фрага, ровным счетом уже нет. Да, до сих пор на два. Ёлки-палки, досмотрелся. Уже на три. Нет, ну пока мы не отстаем вроде бы, но проигрываем это однозначно. Ну вот чё вы лезете все в кучу, и я туда же. А, видимо, они хотят куда-то пробиться, что ли, да?
Так, дайте мне проехать, мужички, ну. Ух ты, сколько их там. Так, смотрю, пуканчик там у одного подгорел уже, да? Поджарился, хорошо. Да уйди ты, дай отъехать мне. Ну что ты там стоишь? Они меня секут, ребята. Да и они меня еще берут и подталкивают туда. Не, да посмотри на них. Красавцы просто. Че тут скажешь? О, ребята, пулеметчик, смотрите, как меня разбирает. Бамс, и все, меня не стало. Кстати, если я не ошибаюсь, такая игра есть и на Android-платформе. Только немножко графика поупрощеннее, ну, а игра так, по-моему, называется. Танки X. Так, давайте, ребята, не будем расслабляться. Да отойди ты, что ты встал спереди-то, а? То не взад, то не вперед, блин. Определись уже давай, блин. Так, дайте-ка я выйду. Где тут щегол у нас есть? Ага, вижу. Блин, да они тут просто как у себя дома катаются. Ну-ка, поедем-ка здесь вот. Тихо. Главное, не падай. Ядрить тебя на корень. И что? И все, ребята. Я не могу даже встать. Что тут написано? Попробую перевернуться, используя отдачи пушки. Нет уж, лучше мы самоуничтожимся. Отлично. Черт, а самоуничтожение приводит к тому, что они получают дополнительный балл. Ну а проигрывать, как известно, нам невыгодно, ребята. Так что надо как-то с этим потише и завязывать вообще. Так, тихо, не падай. Молодец, родной. Да что ты делаешь? Тихо. Вот так вот, вырулили все-таки, нормально. Так, что они там тусуются, я не могу понять. У нас такое ощущение, что мы должны эту высотку удерживать. Или же мне так просто кажется, потому что мы никуда не можем дальше выехать. Тихо, не падай. Отлично, вырулили. Так, ну что, ребята, мы пока... Ага, проигрываем на 2 фрага, ладно. Главное не расслабляться. Да что вы все в кучу-то собрались, а? Так, надо разъехаться. Отлично. Так, сколько нас тут? У нас прилично тут народу. Ё-моё. Нормуль. Главное держаться. Ты-то какого лишего сзади меня появился? Я что-то не понял. Как он... Так, он... Отлично, подорвал его. Малорик там, кто тебя там... Минор Бишоп. Отлично сделано было. И я смотрю, ребята, мы немножечко стали проигрывать. Как сказать немножечко? Почти на 5 очей. На 5 фрагов. Я вот думаю, что у них там дальше будет, если мы туда вниз спустимся. Но пока этого нам не дано знать, потому что они элементарно просто не выпускают нас отсюда. Ёпрсете, что так быстро-то? Не мог меня этот пулеметчик так быстро нахлобучить. Если он, конечно, не убер прокачанный какой-нибудь. А, кстати, вот из этих люков, я смотрю, что-то выскакивает периодически, да? Так, совершил серию убийств, там кто-то, я читаю. Так, отлично. Так, вон они, гаденыши. Я даже не знаю, сколько я наношу урона. Ну, я в плане того, что даже не показывается мой дамаг. Просто цель, выстрел, ХП. Все, больше ничего нету. Так, ладно. Да ну что, мы опять тут все в кучу собрались. А, ну понял, наверное, тут единственный подъем, где они могут залезть. Поэтому они здесь все и кружатся. Но у них вон там удобная площадочка есть. Так, он скатился с нее, давай добьем его. Ну, что, вот так вот, двойное убийство, великолепно просто. Давайте вон того дальнего, смотрите, как он, ха-ха, подбили. Дотусовался, вот, смотрите, какой он красный стал, а. Видать, стыдно стало, вот и покраснел. Черт подери, как так? Нет! Да что ж такое-то, ребята, придется уничтожаться. Бум, все, отлично. Ну, как отлично? Ни хрена не отлично, на самом деле. Все очень хреново, и мы, ребята, кружимся, все вокруг да около. А сколько, интересно, здесь вообще нужно побед? У нас сейчас в данный момент 51-53 счет, да? Уже 54-51. Это не есть хорошо. Да что ты делаешь? Ну, ё-моё! Ну это что, специально, что ли, я не могу понять. И как тут ты поднимешься с помощью отдачи? Я не понимаю. Ладно. Хорошо, что тут начинаешь рядышком практически. Ага, у нас тоже такой же есть пулеметчик. Тихо, пулеметчик, смотри, что там творится. Вот он, гад. Шустрый, однако, ся. Че у него там за пуха такая? Лазер, что ли? Ё-моё, с одной стороны лазер, с другой какие-то снежки, лазерные... Плазмики пуляют. Я не знаю как. Ребят, где они такие танки-то набрали, а?
Может быть, я самый паршивый танк взял? Да вроде бы у меня и выбора-то не было. Так, замечательно, я его все-таки добил. И там добили чувачка. Великолепненько. Поехали, родные, куда-нибудь, я не знаю. Я сам-то, честно говоря, боюсь куда-то отсюда выезжать в одно лицо. Потому что прекрасно знаю, что тут. Вот, видите, что? Ё-моё, два ствола у чувака. И там кто-то строчит, не врублюсь. Тихо. Давай, я подойду и бумкну. И, по-моему, я промазываю, да? Куда я вообще Во! Вот это хорошо. Так, ладно, давайте проедем. Внизу-то их сколько? Ух ты, тройное убийство. Ништяк. Ё-моё, у меня, по-моему, что-то загорелось. Все, я загорелся полностью сам. Блин, ребята, у них какие-то мощнявые танки, а? Вы посмотрите, мы... Такое ощущение, что мы нубы. Мы все на одинаковых танках. Ну, кроме, не считая пулеметчика вот этого вот. А у них там, извините, и плазмометы, и лазерные какие-то, и... Да, и гатлинги. Ну-ка, иди-ка сюда. Иди, родной, я тебя сейчас снарядиком-то напичкаю. Да отойди ты, дай мне отъехать, видишь, меня палит. Да ну нафиг. Опа, это что такое было сейчас? Это что такое было? Ребят, по-моему, я получил звание. Или что-то типа того. Ага, вам присвоено звание новобранец. Ништяк. Так, ёлки-палки, понятно, я, наверное, тут... Ну, бас полнейший, а это уже, ребята, лихие. Прожженные, так сказать. О, тихо, падает. Да, но не для меня. Хотел поднять хп-шку. Ну, ремонтную эту штуку. Ну-ка, успею, нет? А зачем он нам не сейчас, если я целый? Тихо, этот гаденыш. Плазменчик. Давай. Да, ребята, мой танк здесь. Ё-моё, а там-то какой-то снайпер еще палит по мне. Да, вот здесь вот единственное, чего не хватает, это, как сказать, куда я поехал? Да что такое-то? Не хватает места для маневров. Как-то все больно упичкано. Тут дома эти, два подъемника. Да, очередной раз грохнули меня. Ух, ребята, а счет-то уже 70-78. Это никуда не годится. По-моему, мы тут проиграли. Ладно. А, вот у нас и время идет. Ёлки-палки, я только сейчас это заметил. Вот что значит невнимательность. Ладно, 2 минуты у нас еще есть в запасе. Да кто палит-то по мне? Не врублюсь я, а? Подожди-ка. Ну не этот же... Там что, сзади что ли кто-то? Ё-моё, ребята! Поздно я заметил. Смотрите, они там просвечивают друг друга. Просто-напросто перекрестный огонь. Здесь мы как на ладошке у них. Египетский ты насос, а? Надо и там, и... Как они сюда там пробрались? Не врублюсь. И с той стороны, и с этой... считаем, мы на 10 фрагов отстаем, ребята. Это плачевно. Ну, я думаю, мне это простительно. Я-то вообще здесь первый раз. Я только новобранец. Я только звание получил, блин. А эти-то, наверное, уже тут играли хоть сколько-то раз. По крайней мере, карту эту, наверное, знают. Карту. Назвал тоже мне карту, блин. Клочок завода, блин. Никчемного. Так, дайте-ка я... Блин, вот нафига я высунулся под выстрел? Хотя на лазер не было похоже как-то. Я не пойму, что это такое вообще. Надо со всем с этим разбираться. Но это будет попозже немножко, ребята. Сейчас пока я просто катаюсь. Ах ты, гаденыш, ты посмотри. Да какое же тут управление-то с этим разворотом? Понятно все. Пока развернется, пока повернется. Все это медленно, нужно. Да ладно, он еще разворачивается. Ну, пушка у него поворачивается. Елки-палки, так медленно. Нате, козлы. Получайте там, всех зажарю нафиг. Зажарил. Самого в духовку отправили, блин. Так, ладно. Ребята, вы посмотрите, что они делают. Они уже на нашей территории как у себя гуляют, а? Это там спрятался. Не, он в принципе нормальный. Я ничего не говорю. Ну, неужели я хоть кого-то подбил? Поражение, ребята. Поражение. Ёлки-палки, они еще и в меньшинстве играли. И все получили по сундуку. А мы что получили? Люлей только. Ну, кристаллы получили. О, так. Очки, звание новобранец. 100 бриллиантов. Итого у меня 705 бриллиантиков, да? Продолжаем. А это у нас, ребят, я так понимаю, ангар. Так, ресурсы. Покрытие.
Ну и как мне, например... А, вот, ну давайте возьмем один. Потратили. И где? Ресурс один. Ну контейнер же есть, а почему не этот? Почему он не выбирается, ребят? Что за фигня? Интересно мне знать, вообще непонятно. Изида сталь. Так, сменить модули. Внешний вид, характеристики, сменить башню. Ну-ка. Вот, ребятушки, вот где. Ядрите у них цены-то, а. Ну, давайте одну возьмем. Какую-нибудь сейчас. Так, эту я не хочу. Вау. Ой, и ценник, конечно, вау. За 1100 это, конечно, мне не катит. Блин, надо, наверное, вот эту возьмем, давайте. Я не знаю, честно говоря, что она делает. Ну, вроде урон дальности, это как бы в норме. Тут можно еще граффити. Револьверы. А куда их тут ставить-то? Так, применить. Ага, вот у меня и дамаг мой образовался. Снаряды. Доступно в контейнерах. Вот они, ребята, наверное, получали контейнеры. И в них, наверное, снаряды. Вальхала. Так, а это-то что здесь такое? Не пойму. Полный гараж. А, ну понятно, это донат. Ясненько все. Характеристики, внешний вид, корпуса. Корпуса, да? Осталось 11 улучшений, краски. Ну, в общем, полный фэн-шуй здесь. Можно танк свой разукрашивать. И все так далее и тому подобное. Ну что ж, дорогие мои, буду на этом завершать, наверное, свою серию, такую коротенькую. Ну а что ж поделаешь, это был как бы обзорчик. И мы с вами увидимся в следующих сериях. До скорых встреч, ребята, и пока!